Сегодня приступим к теме, и тема, ну давайте назовем ее так, нечитаемость. Специально даю такое название для того, чтобы вот оно чуть-чуть врезалось в ваши размышления и как бы что-то вы запомнили. Потому что для меня это стратегически очень важный фактор. Вот что первое вы подумали при таком названии? Нечитаемость, например. Вот есть вот хоть у кого-то какая-то мысль, о чем это? Ну, есть мысли, ваши мысли. Мне интересно просто. Как? А? Закрытость. Ладно, я буду объяснять, что я хочу сказать через это. Но суть – это то, что это стратегическая составляющая победоносной жизни нашей. Наша нечитаемость. Что я это имею в виду, нечитаемость? Ну вот мы сегодня будем, в прошлый раз мы про кино разговаривали, а сегодня про футбол будем говорить. Вот, знаете, такую команду Барселона? Есть хоть один человек, который не знает такой команды Барселона? Не слышал никогда? Не знаю, не слышали никогда, верно? А какую слышали? Спартак слышали? Ага, все, хорошо. Хорошо. Вот. И вы знаете, да, что даже апостол Павел, просто вот так, да, что мы имеем право иногда говорить, да, на такие темы. Апостол Павел однажды сравнил духовную жизнь с бегом на Олимпиаде. Да, он говорит, он взял спортсмена, он говорит, вот все спортсмены, они всего себя лишают, они тренируются, да. И мы сегодня, я верю, что, ну, как бы человечество, оно продвинулось дальше, да, в своем, как бы вот. И тогда вот они бегали там, кидали, и до сих пор бегают и кидают, да. Но вы знаете, какой спорт номер один сейчас? Футбол. Спорт номер один. Все, и это уже как бы не обсуждается, они, ну, как бы, за... то есть, как это определяется? Ну, рейтингами, да, то есть, просмотрами, деньгами, количеством людей, которые смотрят эти трансляции, да, кто-то любит бокс, кто-то любит волейбол, баскетбол, но футбол, это вот большинство мира, они поклонники футбола, вот, и это, футбол, это очень такая, и, ну, как бы, игра определенная, где... Командная игра, где 10 человек и 10 человек, да, на поле, мячик всего один, да, это как вот, да, не как в сказке про старика Хоттабыча, да, а давайте это вот он там, а что у них один мячик, давай ему мячей, знаете сказку эту, нет, кино кто-нибудь смотрел, и там трах тебе дух, и мячики нападали, и все, игра остановилась, смысл остановился, да. Потом ворота были там маленькие, да, он там их раздвигал, вот. Но о чем это говорит, что вот эта игра, как бы десятерых человек, и там очень много взаимодействия, очень много комбинаций определенных, очень много факторов, которые вот влияют, да, и один гол какой-то важный, он стоит там очень-очень-очень много, понимаете, да, то есть видели, да, спортсмены, они на поле выходят и майки снимают, Иисус, и действительно мы знаем, что есть среди спортсменов очень много верующих людей, таких вот от всего сердца. И они вот понимают, насколько вот в их игре там, да, все зависит от даже случая какого-то, да, то есть вот от каких-то маленьких-маленьких факторов. Вот, и одна из таких вот, вот если кто-то знает, вот русский футбол смотришь, ну, в основном русский, ты, и другой тоже футбол, также, даже хороший футбол смотришь, и ты, ну, то есть к сути я сегодня, видишь, как примерно, да, вот ты по телевизору смотришь, вот мяч у одного, да, этих закрыли, вот куда он может дать передачу, и ты читаешь игру, вот я наблюдаю, и мне вот, а когда смотришь там вообще вот русский футбол, где вот играют просто, ну, бездарно, так сказать, да, прямолинейно, то ты вот, ты ему уже подсказываешь, да дай ты ему вот это вот, знаете, уже вот, да, ты настолько игру читаешь, что вот, ну, а они даже этого прочитать не могут, не то, что у них какие-то там новые комбинации рождаются, они даже вот уже, даже вот это вот исполнить, то, что вот открыто, они не могут. И вот, ну, наблюдаешь за таким футболом, и вот, ну, мячик перемещается, тебе скучно иногда становится, ты вот, ну, вот, вообще просто вот.
А играют-то профессионалы. Вы представляете, там люди вот с такими ногами, вот, ну, которые правильно питаются, которые всю жизнь бегают, которые, ты дай ему мячик, он там вот с ним что хочешь сделать, набьет там и так далее. То есть дай ему там на тренировке, он лупит там по этим воротам. А вот игру не могут показать часто. И причем они вот по отдельности, если взять там с каким-то крутым, вот сейчас мы, да, берем Барселону, они по личностным каким-то часто качествам не сильно друг друга превосходят. Ну, я имею в виду быстрее бежать, обработка мяча, удары по воротам в отдельном, да, каком-то действии. Но вот что произошло? Вот не так давно команда Барселона, она показывала такую на протяжении нескольких там сезонов с тренером определенным и с набором игроков определенным, они показывали такую игру, такого уровня, что вот все остальные команды, они вот просто были на, ну, вообще другом уровне. Именно я сейчас и говорю про профессиональные команды, которые вот, ну, они не могли ничего сделать. И то есть по уровню игроков они никак не отличались, но отличались они именно вот взаимодействием. Настолько слаженным взаимодействием, настолько вот невозможно им было противостоять. Их действия невозможно было предугадать. Вот обороняющаяся команда против них, они просто вот бегали как собачки за мячом. И вот, ну, перекрывают игрока, а там еще два предложения. Перекрывают этого, а там еще три предложения. А он еще берет, и вот ты наблюдаешь за таким футболом. Я когда наблюдал за таким футболом, вот этим феерическим, его можно так назвать, да, у тебя ж мурашки по коже. Просто что ты вот смотришь, ты думаешь, ну туда можно отдать, туда можно. А он придумывает еще какое-то такое действие, что ты вообще как бы, их никто не может прочитать. Тут быстро короткие пасы, тут раз длинный пас пошел. И вот серьезно, я наблюдал однажды один матч, где играла там крутая английская команда из премьер-лиги. И вот за весь матч команда не смогла сделать ни одного удара в сторону ворот. Другая команда. То есть вот эта вот команда Барселоны настолько контролировала мяч, что вот эти такие же профессионалы, с такими же ногами, да, со своей там тактикой, они просто вот как детишки маленькие на фоне них смотрелись. А это все вот, ну, я говорю, люди те же. Тогда в чем была фишка? Фишка была во взаимодействии, во взаимопонимании. И вот именно в нечитаемости игры. То есть, когда я читаю, как бы, да, то есть я вижу, этот игрок здесь, я его там перекрыл, этот там, возможно, он побежит туда, этот перекрыл там, и мы как бы вот всех перекрыли. Иногда смотришь, и действительно, вот когда там команда не очень, ты смотришь, всех перекрыли, пас даже давать некому. И вот вообще, вроде все бегут куда-то, все двигаются, но настолько вот все оно читаемо, что, ну, ничего команда сделать не может. Но когда играла Барселона, вот в эти свои годы, я лучше футбола за всю свою жизнь не видел. И не знаю, увижу ли еще. Потому что вот, ну, и вся фишка была именно в командности этой команды. В том, что у них был и лидер, да, вот Месси там играет. Вы, наверное, тоже слышали, да? То есть, и он там забивал на острие, да, много там забивал, и он был вот жемчужиной как бы этой команды. Но игра этой команды не строилась на одном Месси. Игра этой команды строилась именно вот на командной игре. У них было несколько вот ихних козырей. У них был очень сильно выстроен коллективный отбор мяча. И что это такое, да? Знаете, это когда вот мячик у кого-то, и все игроки... Вот есть такая, так, как можно мяч отобрать? Ну, ты так назад... У них мяч, они так нападают, ты им все ходы перекрыл, и они вот начинают там куда-то лезть, пролазить, ошибаются, и ты у них мячик забираешь. То есть это вот такой пассивный отбор, как бы вот они вынуждены атаковать. Вот. А активный как бы отбор, это когда вот у них мяч, и вся команда начинает прессинговать на каждом участке поля всех игроков. И у них вот настолько, и там очень важно, что вот при этом активном отборе, вот иногда смотришь, команды делают активный отбор, вот 3, 4, 5 человек делают отбор, а вот один он задумался там,
и не добежал до какого-то свободного игрока, не перекрыл там эту зону. Ну и, соответственно, там все побежали, надавили, эти раз ему отдали, и все. Отбор сломался, игроков отрезали, и бесполезно атаковать. То есть суть вот этой командной игры, это в том, чтобы вот если пошли в отбор, то пойти в отбор должны все. И вот наблюдал за Барселоной, там иногда, я говорю, у меня мурашки, похоже, были, что у них еще, помню, форма такая желтая была в одно время, короче. Я говорю, это как рой пчел, вот ты смотришь, иногда вот просто ты убираешь как мяч, и ты просто... Мяч вдруг сопернику попал, так жжк, забрали, отобрали, опять разбежались. Только мяч к сопернику, жжк, все, они все перекрыли, все забрали. Все, настолько вот взаимодействие, взаимопонимание, что вот ну, ничего другая команда сделать не может. Хотя это такие же профессионалы, такие же сильные игроки индивидуально. Но именно вот из-за отсутствия вот этого вот понимания, картинки и вот слаженности вот этой вот открывания там, да, ну как, ничего, входит в футбол, да? Мы, похоже, да, не на проповеди, а на футбольном обозрении, да, находимся сегодня. Но вы чуть-чуть понимаете духовную контекст этой, вот что я хочу сказать, что я хочу сказать, потому что я же не про футбол хочу сказать. Я хочу сказать о том, вот вообще... видение, да, которое Бог имеет для своих сынов. Потому что это действительно вот все творение ожидает откровения сынов Божьих. Но в чем будет вот это откровение сынов Божьих? То есть вот пум, и они такие открылись, такие они пошли, вдруг побелели, и такие вот, да, все стали святые эти сыны Божьи. И вот кто-то так ждет. Кто-то так ждет, что вот Бог просто волшебной палочкой такой пум-пум-пум пройдет, и мы такие с нимбами пошли такие. Вы кто? Мы откровение сынов Божьих. Вот эти вот ну, святые такие, дай я до тебя дотронусь. Понимаете? И вот ну, иногда вот эти вот всякие картинки, они нам мешают. А для меня, вот, ну, как я понимаю это именно вот Барселона. Понимаете? Барселона. Вот в лучшем своем вот этом исполнении, где есть очень крутой тренер, который поставил им эту игру. У нас кто тренер? Дух Святой, да? Который имеет стратегию, да, имеет вот это видение, как игра должна выглядеть, да, как взаимодействия должны выглядеть. Он подбирает игроков, он ставит каждого на свое место. И вот этот тренер, я говорю, я настолько меня эта игра Барселоны поражала, что я читал и про тренера, до сих пор вот, ну, обожаю этого тренера, он сейчас другую команду тренирует, и уже вот такого у него не получается сделать. Да, играет хорошо команда, там выигрывает, но того, что вот произошло в Барселоне, там вот, ну, в те годы, потому что, вот, ну, серьезно, сейчас смотришь, то есть команды, сильные команды, но вот там играют они, там, финал, полуфинал, и ты часто, ну, не знаешь, кто выиграет, не видишь, как вот одна от другой там отличается. Да, там одна, ну, посильнее другой, игроки классом там чуть повыше, но что творила Барселона относительно других команд? Это вот, ну, оно просто ни в какие ворота не лезет. Там вот те, кто их ненавидит и не любит, они там критиковали там эту игру, что это вот тики-така, что, ну, там такое слово надо, что они постоянно вот этот вот мячик, они это, ну, я вам говорю, что они настолько вот там, у них мячик ходит, потом пам, пошла передача, бам, забили гол, что вот, ну, против них невозможно было играть. Невозможно было ничем им противостоять. Вот именно в ее вот в этом... в высшем таком моменте, да, на кульминации. И вот этот тренер мне очень, как бы, чем он нравился, я читал интервью игроков, которые вот, которых он туда взял, да, некоторых там вот, и они мнение, он говорит, ну, я очень благодарен, говорит, вот этому Гвардиоле, говорит, потому что он мне просто вот, ну, подарил, я не помню, как он выражался, что ну, он мне дал возможность играть в футбол. А это был защитник. И это говорил защитник. То есть он меня, говорит, раскрепостил, он мне позволил бегать в нападение. И говорит, теперь я просто вот, я понял, что такое вот футбол. Я просто наслаждаюсь игрой, да, и очень сильно благодарен, что он вот, ну, помог мне раскрыться. Да, то есть, и вот что должен сделать, ну, тренер хороший, да, помочь человеку раскрыться на своих лучших качествах. Есть другой тип тренеров, которые... ну, как бы ломают
игрока, заставляя игрока играть так, как я тебе сказал. Вот твои 10 квадратных метров, вот здесь ты должен выжечь все, как у нас это называется, траву надо выжечь просто. Вот ты должен тут вот мяч забрать. Это особенно, что касается там защитников, да, потому что вот защитник — это такая ноша, как бы твоя, ты должен, самое главное, ты, чтобы вы не пропустили. Там пускай у нападающих голова болит, забьют или не забьют. И вот когда я русский футбол смотрю, и часто смотрел, я вот, ну, я говорю, ну ты посмотри, защитники выбили и пошли. Наблюдать, как нападающие нападают. Потом нападающие не смогли, и нападающие идут, смотрят, как защитники сражаются. И все время получается, что... вот в этой вот, ну, стратегии, да, в которой играла Барселона, они вот этой всей своей мобильностью, всеми своими 10 человеками, говорю, как рой пчел просто, и у них всегда много предложений, да, то есть они всегда вот, ну, как бы до конца, и даже я говорю, когда там команда у них вроде как забирают мяч, и сейчас вот они получат контратаку там какую-то в свой ворот, то ничего подобного, этот весь рой очень быстро успевает опять забрать мяч, опять полетели. Вот. Я говорю о церкви. Я говорю о том, что вот апостол Павел пишет в Коринфянах, что все мы порознь члены, но вместе все мы одно тело. Аминь. И, ну, как бы мы иногда не понимаем, что это значит. Но Павел уже, вот видя вот это, как люди любят занять позицию, или наоборот, не заняв позицию, начинают считать, что они, помните, как так вот рука вдруг скажет там телу, да, что раз я не нога, значит, я не принадлежу телу, да, или глаз там, да, то есть помните это вот откровение Павла, где он первый раз его выдает, вы понимаете, что это откровение Павла? Что Иисус не говорил про, да, вот, а Павел получает вот это вот откровение, что смотри, мы вот как церковь, как тело, мы тело Христово здесь на земле, и у нас есть вот эти взаимно скрепляющие нас связи, которые вот, ну, очень важны, мы друг без друга не можем, мы нужны друг другу, вот это вот, это есть наша фишка победоносная, то, чем мы будем побеждать вообще, то, каким образом мы будем влиять на этот мир, да, помните, он говорит, если вы, как узнает весь мир, что вы мои ученики? Если будете иметь любовь между собой. Любовь, она невозможна при одном. Да, вот это вот Бог, наполни меня любовью. О, как я всех люблю. Нет. Любовь — это всегда какое-то вот взаимодействие. И там тоже апостол Павел пишет про это, да, что если я имею все пророчество, если я имею всю веру, если я имею это исцеление, если я, говорит, даже тело мое на сожжение отдам, но если это в духе эгоизма, если это прославляет только меня, то это вообще, я как кимвал, говорят, звучащий, это вообще не имеет никакого смысла, потому что это все, ну, имеет смысл только при взаимодействии, только при готовности вот этой вот, при открытости друг к другу. Вот, и я говорю, мы для этого должны вот это вот понять, что наша брань не против плоти и крови. Наша брань против кого? Начальств и властей, против духов злобы поднебесных, да? Против вот этого всего. И вот здесь очень важно вот это вот откровение нечитаемости. Потому что... И что это значит? Что вот эти власти, вот эта прослойка поднебесная, да, то есть почему они называются дух поднебесных? Потому что они не на небе, они не у Бога, не с Богом, да, и не на земле, они вот это вот прослойки поднебесные, да, то есть и мы, как бы, чтобы нам пробиться к Богу, мы как бы вот, ну, через них здесь как бы вот, ну, вынуждены пробиваться, вот, и тогда все наши мысли, как бы, они им открыты, наши стратегии, они открыты, то есть мы для, ну, как бы, вот для духа этого мира мы как бы понятны, понимаете? Если мы живем по плоти, если мы живем по плоти, но если мы живем по духу, то мы становимся им непонятны.
Нас невозможно прочитать, нас невозможно предугадать, нам невозможно проконтролировать. Но мы духом водимся. Давайте мы откроем. Дайте Библию, пожалуйста. Саш, дай Библию. Давайте мы откроем. Коринфянам 3 главу. Нет, вторую главу, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Понимаете вообще, вот к чему Бог ведет? Куда он ведет? То есть и тут каждое слово важно, важно. Вот знаете, если бы это писал немножко не совсем духовный человек, то он бы написал «к славе Божьей». Понимаете или нет? Разницу или нет? Вот смотрите, да, что, как бы это смотрелось? Да прекрасно бы это смотрелось. Но смысл-то здесь, что Бог, он кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, что? Прославил, понимаете, это важно, Бог хочет показать всем начальствам и властям, и вот духу, людям, вот эту премудрость свою сокровенную. Он хочет показать, насколько люди могут жить и взаимодействовать, и побеждать во всех сферах жизни при водительстве от его духа. Барселона, понимаете, Барселона, то есть на порядок выше при взаимодействии. Вы услышали, что я пытался сказать, в чем было преимущество вот этой Барселоны? Во взаимодействии, в общем включенности всех, в правильной стратегии и вот при вот исполнении. Знаете, как это обидно, я играю в футбол, когда все бегут, а один чуть-чуть не добежал. Не вот ему что-то вот он тут задумался он там чем-то. Просто вот он задумался, не знаю, выключился он, выпал из общей картинки. И вот все усилия, вот эти, которые пытались забрать мяч, они просто на ноль спадают, когда мяч вот у того человека, он спокойно его обработал там, и весь прессинг превратился в ничего. Мало того, еще все эти люди, которые побежали в атаку, они отрезаны получились. Понимаете или нет? Поэтому вот таким образом можно двигаться. Если есть один, который не добегает, недовключенный, теряют все. Но если все включены, и если все взаимодействуют, и в одном духе, и со стратегией, и с желанием, да, и с откровением, и каждый со своим даром, каждый, и каждый Вадим духом, потому что как тренер ему позволено быть со своим даром. Понимаете? Потому что в командах там других иногда тренер запрещает игрокам пользоваться тем или иным арсеналом, который у него есть в его, арсенале, да, теми или иными элементами. Ему вот этому защитнику говорит, не лази вперед. Они купили хорошего игрока, который, например, защитник, но он любит подключаться в нападение, у него получается. И он часто и он успевает и вернуться назад. Но вот этот жесткий тренер говорит, у нас другая стратегия, ты должен быть только здесь. И что получается с этим человеком? Он где-то внутри сломлен, он недоволен, он против, он вроде старается, он профессионал, его заставили, он выполняет, но огня в его жизни уже нет. Понимаете, я все это перевожу на духовные вещи, на церковь, понимаете, что если человека не разберется в своих дарах, если человека поставить не на то место, на котором он должен, причем поставить его надо и давай, да, не разобраться в этом. Проблема. Человек недоволен, человек не включен, человек не горит. Я говорю вам, я верю, что у Бога похожий такой есть к нам
мысль такая, да, что сделать такую команду, поднять такую церковь, да, чтобы взаимодействие было на самом высоком уровне, чтобы для тебя между собой было вот это внутреннее взаимопонимание. Знаете, вот иногда ты смотришь, и игроки, которые долго вместе играют, и он просто дает, ну, вот хоккей, например, тоже игра, он дает пас, вот игрок там, и он дает пас вот так, назад, не глядя совершенно. И все говорят, как, у тебя глаза на затылке. Это не глаза на затылке, это чувство партнера, понимаете или нет? Вот в духовной жизни все то же самое. Мы должны уметь играть в пас, мы должны быть друг для друга вот этим вот, да, что нам Павел говорит, да, Слово Божье, говорит, каждый пекись о благе другого. Не о своем только вот это вот переживай, потому что мы для этого призваны. Мы христиане, мы по-другому думаем. Мы не вот этой славы мирской ищем, лишь бы мне гол забить. Лишь бы мне вот мой элемент сделать какой-то, да, чтобы вот меня заметили. А мы в первую очередь думаем вот об этой команде, о взаимодействии, об общем успехе, о прорыве, о действительно о настоящем влиянии. И давайте вот дальше прочитаем. Тайную сокровенную предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вот, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Дух мира сего, а Дух от Бога, чтобы дать знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. Вот здесь вот, ну, вот о нашей тактике, о том, кто нас водит, о том, кто нас тренер, о том, как нам нужно жить, да, о том, что мы, вот наши мысли вот для этой прослойки, которая вот, ну, везде есть, в которой все люди живут, все поступают примерно одинаково, да, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И это все читаемо, понимаете? То есть, грубо говоря, дьявол, он полностью уверен иногда, что подбросив какое-то искушение человеку или какое-то, или его подковырнув иногда, что такое вот по плоти? Это реакция. Это реакция вот, ну, моей природы. Сделай мне больно, да? Зарычал, да? И часто вот оно, ну, вот таким образом. Мне очень понравился один образ, который мне слышал в проповеди, как пастухи иногда, что есть такие волки, что это не просто вот, говорят, волк в овечьей шкуре, что вот где-то там на востоке, на юге, там есть такие волки, которые вот прям кудрявые, как овцы, такие обрушие, кудрявые, короче, вот, что их даже не, практически по окраске не отличишь от овец, что они прям могут вот в стадо там протесаться и вместе с ними это, и вот, и говорят, если у пастуха есть, у него жезл такой есть, и вот они проходят через это, и он им по голове так тюк-тюк-тюк, ну как бы, и овцы, а что происходит с волком, да, он, ага, все, вскрылся, понимаете, то есть, вот, ну, таким вот образом. Мне просто понравился этот, как бы, момент. Но вы знаете, есть не только вот прям волки, потому что пока мы младенцы, пока мы еще плотские, мирские, мы тоже можем так реагировать. И это не значит, что ты как бы волк в овечьей шкуре. Просто это говорит о твоей невзрослости, незрелости, да. И у Бога, ну, на этот счет тоже есть, ну, как понимание и откровение, да, что, ну, как бы эта ситуация показывает тебе, что у тебя еще, ну, не все в порядке, что тебе нужно менять какие-то сферы жизни, да, что тебе, ну, мир где-то в сердце нужен, тебе не хватает, поэтому ты так реагируешь, да. Вот, поэтому притчу еще хотел прочитать. Матфея, 13 глава.
Вот ту реальность, в которой нам приходится жить, в которой нам приходится возрастать. Что не все иногда так, как бы нам хотелось, но это реальность. И вот эту реальность отражает притча о пшенице и плевелах. 13 глава, с 24 стиха. «Другую притчу предложил он им. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И вот дальше есть объяснение его. Это 36 стих в этой же главе. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступив к нему, ученики его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царства, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. И пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет слышать уши, да слышит». Да? То есть вот, ну, нам дана вот эта притча. Еще раз обратите внимание на то, что я вам, ну, периодически вот говорю, что жизнь продолжится. Что вот это то, что я вижу, что то, что Бог хочет сделать, это, ну, очистить землю, да, и Иисус притчу рассказывает. Это не значит, что там прям вот будут буквально там жечь людей и выбирать там у всех на глаза, остальные будут стоять сиять. Это будет говориться о том, что, ну, вот, что будет происходить в процессе, что, вот помните, я вам сон Даниила читал про четырех зверей и большое такое объемное видение, рога, звери, престолы, суды и так далее. То есть сложные какие-то моменты, вот такое. И вот такое короткое трактование, что будет четыре царства, после этого царством завладеют святые и будут царствовать во веки веков. Аминь. Вот, и здесь как бы то же самое нам, ну, показывает, что вот соблазны будут удалены, и все нечестивые как бы будут вот мучиться, да, а сыны, что будет, соберут и ставят все, и тогда праведники воссияют, как солнце. Я вот не вижу здесь, что праведников куда-то заберут. Я вижу здесь, что они воссияют, как солнце. Они жить будут и наслаждаться жизнью. Вот. К чему я вот эту притчу? Что такова жизнь, что вот, например, мы можем эту притчу там применить, ну вот к нам лично, там люди, то, что есть искренне уверовавшие, а есть неискренне уверовавшие. Но эта притча, она, ну, как бы более объемная, что есть суть в чем, что есть Евангелие, и есть то, что сделал Иисус, есть Его Церковь, есть Его план, да, для людей, есть Его Слово. И это, ну, как бы даст плод в любом случае, да, но есть и подделка под это, понимаете? То есть вот это вот плевелы – это подделка врагом. Враг не засеивает свое поле отдельно где-то. Враг рассеивает свои вот эти семена, плевелы среди пшеницы тоже. И фишка в чем, что пока маленькая, пшеницу от плевела отличить трудно, потому что это зеленые росточки, которые очень похожи. И поэтому, может быть, есть какие-то моменты, которые там колос раньше там появился, да, а кто-то задерживается, например, да. И вот, но смысл в том, что
плевелы не могут принести плод, а пшеница не может не принести плод. Понимаете? И вот, ну, вот мы должны это понять. Мы должны понять, что та реальность, в которой мы будем возрастать, как христиане, она не всегда для нас благоприятная. Не то, что ты попал в церковь, то, что ты в церкви, то, что ты вот, ну, будешь расти, это не значит, что тебя не будут толкать локтями. Это не значит, что кто-то не будет там вот пытаться тебя как бы подвинуть, обогнать и вот вклиниться, да, и там подделать вот эти вот вещи, да, подделать дары, подделать призвание, понимаете? Вот это об этом. То есть, что такое жить по плоти? По плоти можно делать все, что угодно. Ходить в церковь, проповедовать, быть пастором церкви. Все, вот эта притча нам об этом рассказывает. Иметь имитацию духовных даров. Все можно вот это вот иметь по плоти. Но самое вот основное, что по плоти, это, чтобы нам определить, как нам не жить по плоти, это вот есть водимость духом, а есть поступки по плоти. И вот часто по плоти это то, как я видел, люди делают, как я вырос вот в этом. Да? Вот, например, ты вырос в одной церкви, а потом попал в другую церковь. И ты начинаешь устои из той церкви, в которой ты вырос, двигать вот в этой церкви. Это по плоти. Элементарное объяснение. Вот. И вот это вот, ну, вот такая жизнь по плоти, мышление по плоти, она может быть пропитана вот все сферы нашей жизни. И вот это как раз и будет отличать сыновей, водимых духом, от реальных плевел, да, которые не принесут плода, которые вот будут делать похожие вещи, с виду будут выглядеть очень похоже, но плода не принесут. Поэтому нужно остерегаться, ну, именно вот этого, чтобы мы действительно не были вот этими, в итоге не были плевелами. Еще есть утешение такое, которое я бы хотел как бы передать людям, что если ты себя, например, не находишь сейчас пшеницей, как-то нет плода, что ты вот часто, если вот так вот говорить честно там, сейчас многие моменты могу перечислить по плоти, и каждый из вас увидит свои фишки по плоти, и тебе тогда придет, ну что тогда я, не пшеница, тогда я плевел, что ли? С пшеницей вот есть, как в притче тоже написано, что растет, и человек не знает, как это все происходит. Сначала росток, потом стебель, потом колос, и потом колос наполняется зерном. И вот пока в процессе это все, оно все очень похоже. То есть, о чем я говорю, что мы, когда мы младенцы во Христе, когда мы вот еще мыслим много о земном, и это в нашей жизни перевешивает, то мы в любом случае вот будем похожи вот, ну, как бы на плевелы. Да? Но самое главное, есть ли в тебе вот это вот его семя и вот эти вот живые отношения с Богом? Есть ли у тебя вот этот доступ туда, в небо, для того, чтобы вот, ну, принимать оттуда информацию, оттуда откровение, действительно, ну, как бы вот понять суть Евангелия, и чтобы в твою жизнь Бог мог говорить. И вот очень важный момент, это действительно вводимость духом, это незнание. Ну, я уже об этом как бы говорил. Но вот это как раз относится к нечитаемости. Что ты в большинстве случаев, по идее, должен научиться так жить, что ты не знаешь по-настоящему, как поступать в той или иной ситуации. Потому что плоть наша, она так привыкает уже нас, ну, как бы направлять, что мы, раз так, ну, мы так. Или вот так ситуация произошла, то у меня уже на заготовке есть реакция. Как нужно реагировать вот в этой вот реакции. Понимаете, вот мы вот так вот живем, люди, привыкаем так жить. А водимость по духу, она должна быть... В чем фишка водимости по духу и в нечитаемости? Что ты сам не знаешь свой следующий шаг до конца. Ты его реально не знаешь. То есть у тебя есть готовность исполнять волю Божью и желание вот это, и молитва в твоем сердце. И вот
Откроет тебе Бог, ты готов поступить. Не откроет тебе Бог, я лучше не буду ничего делать. Потому что вот, ну, говорю, вот мы тут с ребятами там разговаривали. У нас в Рету была такая вот фишка людей ругать за все. И это всегда считалось, что это вот самое лучшее для них. Вот розгу, да, написано там, не жалей розги для сына своего, да. И, понимаете, и вот, ну, как бы ругая людей, направляя их, мы начинали сами, как люди, исполнять работу Святого Духа. Или дьявола. Потому что Святой Дух, он обличает, а дьявол обвиняет. И это иногда, ну, могут быть вещи такие вот снаружи похожими, да. В обоих случаях ты можешь себя чувствовать, как бы, да, как печаль, да. Есть печаль по миру, а есть печаль по Богу. Одно и то же чувство, но в разные направления. Вот. И также здесь. Ну, сейчас там новое время, я говорю, да, у нас в центре. Новое, это вообще другое дело, да. Мы не в Рето. Нам не нужно поступать так, как мы привыкли, что вот нужно было поступать так, когда происходила какая-то ситуация. Ну, я просто привожу те примеры, которые, ну, вот для меня ясные, я думаю, вы тоже их понимаете. То есть вот есть читаемый футбол, есть обычный футбол, есть вот это вот, когда церковь, да, по плоти, а есть вот это вот нереальное взаимодействие, когда каждый служит вот своим даром, он его знает, он открыт и служит другому. Служит другому, не себе, другому. Потому что, ну вот, я говорю, что вы, каждый из вас, вот вы стали христианами, да, и вы будете сталкиваться в церкви с какими-то вот ситуациями, где ты не согласен, недоволен, тебя подвинули, тебя обидели, тебе что-то там сказали. И вот как ты будешь реагировать в этой ситуации? Обижаться? Критиковать сразу церковь? Искать сразу какое-то другое служение, другое место там или еще что-то? И люди иногда вот, ну, вот таким вот образом поступают. Ты должен понимать, что в любом случае будут вот эти вот атаки, будут вот эти проблемы, рядом будут плевелы. Тебе, может быть, как пшенице, будет вот открыто рядом, что с тобой вот, ну, вот плевел чистой воды, вот вижу я его насквозь, волк в овечьей шкуре, он не тот, за кого себя выдает. И не всегда это так, потому что ты можешь точно так же думать на пшеницу, которая просто еще не дает плод, что он просто еще плотской и еще не возросший. Понимаете? Ну вот, вот нам нужно это будет понять все равно. И мы можем играть в футбол с теми, с кем нам нравится. Вот этому я буду пас давать, вот этому я тоже буду. Он мне дает назад, он мне тогда дал, я забил. А вот это никогда мне не дает, и я ему не буду давать. И что происходит? Да? Вот это вот по плоти происходит, отсутствие связи, вкралось вот это вот плотское какое-то мышление, что я вот тут вот не согласен, и мне не нравится, и все. И все. Никогда не будет, ну, вот нормальной команды вот в этом. Поэтому Бог нас учит, как бы вот этому пониманию, что, во-первых, плевелы будут, что нам придется расти в неком соперничестве, в некой борьбе, что вот ты все это моментами тебе будет открыто. Но точно так же тебе должно быть ясно, что не каждый плевел, который с виду плевел, есть плевел. В будущем это, возможно, пшеница, которая раз и покается там и даст плод. Понимаете? То есть вот очень важно иметь это понимание, потому что если ты духовный, вот то, что мы здесь прочитали, то духовный судит обо всем. Ему открыто. Ты можешь оценить эту ситуацию, и ты можешь, даже если тебе вот этот вот не дает пас, ты можешь все равно давать ему пас. И как будто бы он всегда тебе дает пас. Понимаете или нет? И таким образом ситуация во взаимоотношениях, она будет исцеляться.
И может быть вот этот вот, он действительно потом скажет: слушай, я не прав был, я думал, ты плевел, я думал, ты волк в овечьей шкуре, а ты, оказывается, ну, нормальный. И вот, понимаете, Иисус нас таким образом, Он нас учит влиять на этот мир, да? Молитесь за обижающих вас, благословляйте ненавидящих вас. Не реагируйте злом на зло, вы реагируйте добром, даже если на зло, да, то есть вы будьте вот этим, которые остановят вот это. И таким образом вы придете вот к этой атмосфере, вот к этому взаимопониманию, вот этому взаимодействию и полному и полной нечитаемости с соперником то, что ты будешь делать. Потому что задача дьявола тебя тоже заставит двигаться по некому алгоритму, вот по плоти. И там ему все ясно. Какая-то ситуация произошла, и все, ты сорвался, взорвался, отреагировал, ситуация испорчена, и он рад. Понимаете, у него вообще нет своих, он как бы вот всех ненавидит, и он тех, которых даже вот использует, он их тоже в итоге всех и похоронит, он не прославит никого, это не его функция, поэтому с ним нельзя взаимодействовать. Более-менее ясно? То есть нам всегда надо искать Бога в любых наших решениях. Это то, что нам нужно научиться делать. Искать Бога. В любых решениях, в любых ситуациях, в любой реакции, если ты успеваешь. Иногда не успеваешь искать Бога. Делай выводы, что не успел спросить у Бога, но в следующий раз спрошу. И Бог тебе даст вот этот ум, который начнет немножко быстрее реагировать на эти ситуации. Ты сделаешь эти выводы. Вы должны это понять. Наша брань не против плоти и крови. Наша брань против начальств, властей и духов злобы поднебесной. И они нам мешают стать вот этой вот командой. Понимаете? И поэтому, когда у нас есть распри, ссоры, разногласия, ненависть, это называется, что мы в поражении. Мы как команда проигрываем. Понимаете? Может быть, ты лично как будто бы сделал все правильно, но проигрывает команда, и тебе от этого ничего хорошего не будет. Понимаете? Поэтому мы должны думать вот именно вот об этом, о команде, о теле, о церкви, а что будет лучше, а что я могу сделать, да, на том этапе, на котором я нахожусь. И еще очень важный момент, вот опять же из Барселоны, который хочу вот взять, это то, что, профессионализм. То вот, как бы, что и Павел говорит, то, что все спортсмены, они там всего воздерживаются, да, то, что вот эта команда, она не только была вот такая вот, только во взаимодействии, но каждый действительно был дисциплинирован, да, и находился в хорошей форме. Это очень важно. Это то, что, за что каждый из нас ответственен, находиться в хорошей форме. Да, чтобы у нас была молитва, Слово Божье в нашей жизни было, да, вот благотворительность должна быть, да, открытое сердце, да, вот, на всякое доброе дело, да, то есть вот действительно мы вот все наши вот эти сферы, все наши мышцы, все наши вот весь наш человек внутренний, он должен быть действительно подготовлен, и тогда ты сможешь, и в команде заиграть. Понимаете, то есть каждый из них был готов, и каждый и все вот, ради этого жили. Для меня это действительно так. Для меня это вот откровение сынов Божьих. Потому что Бог действительно хочет влиять на этот мир чем-то, что будет превосходить все, что есть в мире. Он говорит, не видел того глаз, не слышал того уха и не приходило на ум человеку, что Бог приготовил для любящих его. Понимаете, то есть и вот эта вот штука, что то, что в прошлый раз я говорил, что мы не знаем, но нам открыто. Нам открыто в Библии. Я вам про будущее говорил в прошлый раз, да, что у нас есть картина будущего. У нас есть вот это вот обещанное будущее, что мы будем в победе, мы победим.
мы станем вот этой вот победоносной командой, церковью, которая по-настоящему будет влиять на этот мир, и вот эти вот начальства власти, духи злобы поднебесной, они просто вот, ну, как не будут знать, что с этим всем делать вообще, как это остановить. Помните, когда сыны Израилева, они подошли к этой земле обетованной, да, и был этот Иерихон, да, и вот они еще стояли своими, знаете, как они стояли? Ровно, шеренгами вот этими, как по коленам, дисциплинированные, со знаменами, понимаете, и вот они, бук-бук-бук, и вот так вот подошли и встали, понимаете, и просто вот, да, эти уже готовы, и помните, что там было с Иерихоном, да, с этим вот городом греха, он говорит, у нас поджилки трясутся от того, вот, что сейчас выйдет оттуда, понимаете? То есть вот, ну, вот это вот, вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И там были те, которые вот спаслись, вот эта блудница Раав, да, она это все вот, ну, приняла верой, да, и их приняла. И потом вот, да, действительно, вот эта Божья армия, она выходит и начинает сокрушать все на своем пути. Вы понимаете, вот мы церковью призваны быть вот этим. Не просто вот собрать маленькое собрание и тут вот, ну, спасаться и ждать, пока нас заберут. Мы призваны, чтобы влиять, мы призваны, чтобы стать командой. И для этого мы должны, вот понимаете, вот для этого мы должны тренироваться. Что у нас не просто я тренируюсь ради собственной духовности, ради того, чтобы вот, ну, себя похвалить, а для того, чтобы вот меня взяли вот в эту вот элитную часть. И действительно так, что я вам это и раньше говорил, и буду продолжать говорить, что вот есть Саул, где это христианство такое отдельных личностей. И мы видим даже сейчас, в настоящем времени, что оно уже как, ну, проходит, подходит уже к концу, что были вот эти Билли Грэмы, Бенни Хины, там еще кто-то, и вот которые вот, ну, вот вставали, они были одни такие, сильные, мощные, которые сокрушали. Но вот это вот царство Давида, вот это новое, да, это Христос, они, у него вот эти сильные Давидовы, герои вот эти вот, которые каждый там, этот столько-то, этот столько-то, этот столько-то. И Давид даже среди них был не самый, вот, ну, который больше всех победил лично, но он был талантливым лидером и полководцем. Вот, поэтому Бог к этому нас призывает, к командной работе, к взаимодействию, к служению друг другу, к взаимопониманию. Вот именно вот чем быстрее мы это вот будем делать, чем вот это вот, тем самым вот это просто вот будет сокрушать весь этот дух этого мира, понимаете? Вот такая стратегия, понимаете, вот такая стратегия, и я в это верю. Мы должны быть готовы к тому, чтобы двигаться. Мне очень понравилось то, что Саша сегодня сказал. Вот это вот, будут просить о деле. Я правильно понял это откровение, да? Что не будут просить о вещи. Вы знаете, что Иисус однажды, когда в храме разгонял этих миновщиков, денег. Там есть еще одна такая строчка, мы все там смотрим, он разогнал, столы перекинул, деньги опрокинул, овец разогнал. И там написано, и не позволял пронести через храм что? Хоть кто-то знает Библию? Какую-либо вещь. Вот он просто, вот это тоже очень важное такое слово, то есть он не позволял, он говорит, дом отца моего, дом молитвы наречет, вы что сюда все свои вещи притащили, вы что сюда вот приносите, понимаете? Вот, поэтому действительно нам и нужно перестроить свое мышление от вещей к делам. То есть для чего Бог меня призвал, какие картины Он мне открывает, что это, вот с чем это связано. Я так понял, что мне в прошлый раз все равно не хватило слов вот, правильно рассказать о том, что мне Бог открыл через то, что Он мне сказал, что я буду летать в бизнес-классе. Я все равно понимаю, что, знаете, вот часто услышат то, что захотят услышать. А, он просто хочет летать в бизнес-классе. Мне вот за тем, что, если это Бог сказал, и это бизнес-класс, мне открывается то, что за всем этим будет стоять какое-то огромное, интересное и большое дело.
которая будет требовать, вот, ну, может быть, даже вот, вот этого. Но самое главное, что, что это будет дело. И я в предвкушении интересного дела. Я бы хотел вам, вот, может быть, принесу вам фотографии. Не знаю, я тут посетил вертолетку, туда не пустили, ее там перестраивают. И мы проехали немножко ниже, где здравница была, и там кто-то что-то типа отеля построил. Sky Village, по-моему, называется. Небесная деревня, и рядом вот куча. И я не знаю, мне Бог вот, Бог, не Бог, там как хотите, но вот у меня мечта, я думаю, я бы хотел, чтобы церковь была вот, вот в каком-то таком месте, с огромными витражами вот на всю ту красоту, которая там открывается, чтобы вот те люди, которые будут приезжать там на конференцию или куда-то, или просто ходить в церковь, они не просто вот куда-то вот приезжали, как вот иногда там церкви построят в каком-нибудь там частном секторе, там, да, там под видом того, что мы вот просто коттеджик, а у нас там церковь, и вот, ну, вот таким вот образом. Вот я верю, что времена другие грядут, что церковь сможет себе позволить что-то, да, что будет просто восхищать даже мирских людей с точки зрения архитектуры, подбора места там и так далее. И я вот, ну, у меня уже, на меня начали уже даже картинки в этом, в Фейсбуке выпадать, я их тоже там отскриншотил. Знаете такого слова, скриншотил? Вот, что там в Норвегии какой-то спортивный комплекс такой там, со стеклом, такие вот, ну, красивые бетонные сооружения, лестницы, витражи, как-то вот так это все сделано, объемное, масштабное. Я думаю, вот, ну, я не говорю, что вот такое, но вот оно должно быть такое, чтобы оно, да, вот, знаете, как Давид, он хотел храм построить, и вот он мечтал о том, чтобы вот служение Богу, оно, ну, оно было во всей вот, ну, настоящей такой красоте и с видом. Не знаю я, что это, мечта для того, чтобы это делать или на будущее, но во всяком случае я просто понимаю, что при взаимодействии, при водительстве Божьем многие вот эти вещи, они реальны, понимаете, реальны. Не просто вот спасаемся и быстрее забери нас, тяжело нам здесь. Нет, мы хотим влиять, мы хотим вкладываться, мы хотим вот. Аминь. Вот. Мы хотим Барселону, да, я даже думаю, может быть. Кстати, вот, очень хорошее слово. Вот даже Наташа, вот дух ведет, я забыл уже. Представляете, и вот как слово епископ прозвучало, я сразу вспомнил. Сейчас расскажу, что вспомнил. Давайте еще маленький момент. Не договорил. Что вот Иисус говорит, об водительстве духом Иисус говорит одну фразу. Дух дышит где хочет, слышишь его шум и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть, вот это, знаете, это как игроки Барселоны. Он когда получает мяч, он сам еще не знает, кому он его будет отдавать. Вот перед ним есть несколько предложений, но вдруг в какой-то момент делает рывок вот там. И он видит краем глазом, что вот этот вот человек сделал рывок. Понимаете? И вот все смотрят сюда, а он делает так, и мяч туда пролетает. Понимаете? Вот я просто объясняю, что для меня значит водительство духом. Что мы, как Иисус, он это объясняет. Он говорит, дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Не знаешь, не контролируешь. Дух дышит где хочет. И я вот об этом, почему я сегодня вот так много про Барселону? Потому что это тоже мне говорится о том, что Бог может использовать все вот эти вещи для того, чтобы объяснить тебе. Иисус говорил притчами. Притча про Барселону сегодня была. Понимаете? И я знаю, что ребятам она ясна. Вот Максим смеется. Ему она ясна, как, да, Макс? Тебе это все очень понятно, что футбол и вот, ну, вот это взаимодействие. И объяснить вот это взаимодействие церкви на фоне там Барселоны, это, ну, это хорошо. И поэтому для меня это, я вчера, когда мне начало это все приходить, я думаю, ух, в прошлый раз про фильм рассказывал, люди хихикали. Сегодня вообще про Барселону будем учить футбол играть. Но потом, вот и подходит у нас это Леха там, который за свиньями смотрит. И вот он мне, как подтверждение вот этого, прикинь, говорит, я иду, и мне Санек говорит, и мы что-то там говорим, и я говорю, уже крышу у свинарника сделали. И Саня ему говорит, конечно, это тебе не кабачки варить. И он, и знаете, что он говорит? Ёлки-палки, у меня же кабачки там налетели.
Вот понимаете, вот Бог способен вот таким вот образом иногда вот водить нас. Понимаете, вот ты не знаешь, в какой момент, но он рассказал это с таким... Он опыт с Богом пережил, понимаете? У него кабачки чуть не сгорели, а тут он просто, да. Конечно, это не кабачки. И вот, ну, вот так вот Дух дышит, где хочет. Мы должны стать людьми, которые будут узнавать Божий Дух. Понимаете, которые будут вот его ощущать, что есть в этом Божий Дух, как бы, да, и ты будешь носителем Божьего Духа. Какие-то примеры странные, какая-то проповедь странная, но я Божий Дух в этом ощущаю. И я тоже хочу, чтобы, ну вот, ну действительно, мы вот, он где хочет дышит, он это и сказал. Он не только вот, ну как бы через Писание дышит, он через кабачки может говорить. И Наташа, вот сейчас епископ Максим, а я сегодня хотел сделать сбор, потому что для Руденького, Алексея Павловича, епископа, и вот я бы сейчас забыл, если бы Наташа не произнесла слово «епископ», потому что я забыл телефон и не написал, но вот она произнесла это слово, и я вспомнил, что, и для меня это еще одно подтверждение, он переболел коронавирусом, там тяжелая ситуация, долго еще восстанавливаться, я с ним созванивался там туда-сюда, ну, он нас благословляет. Я понимаю, что мы должны просто вот, ну, благословить, потому что для этого человека не столько даже деньги нужны, сколько вот просто внимание, благословение и вот эту радость пережить от того, что вот, ну, как бы о нем кто-то заботится, его благословляет. Я понимаю, что это дело Божье. Поэтому сегодняшний, ну, весь, все, что мы сегодня соберем, все будет, ну, отправлено туда. Вот, потому что у нас, слава Богу, все есть, за помещение платим, запас есть, и... Я верю в это, что вам нужно это благословение, чтобы мы послужили, послужили святыми. Я даже с ним разговаривал, но как бы мне, ну как, я услышал это где-то между строк, что нужно помочь, и я, ну как бы себя укрыл, думаю, что я сам-то вот, ну не догадался. Я знал, что он болеет, надо было самому позвонить и так далее. Вот, ну, надеюсь, научимся. Вот, поэтому жаждите этого, желайте водительство Божьего. Просто Бог знает, как нас привести, куда привести, откуда, в свое время там, и так далее. Мы иногда там зацикливаемся на чем-то своем, да, что-то хотим, но нам нужно вот гореть для исполнения воли Божьей. Вот это вот готовность, вот это вот желание просто, я не знаю что, но я готов и туда, и туда. А когда наше сознание, оно забито уже определенным, как я говорю, по плоти, да, представлением, как должно быть, там, мы не даем духу дышать. Мы говорим, что вот отсюда, из этого я не могу принять. А Бог стучится. А Бог как бы вот говорит. Поэтому чем больше мы будем открыты для Духа Божьего, тем быстрее мы станем этой Барселоной, понимаете, для того, чтобы заиграть на высшем уровне, и для того, чтобы все вокруг, они восхищались, потому что есть еще такая ремарка про Церковь Божью, что они были в любви у всего народа. Вот когда в день Пятидесятницы там вот эта первая церковь в Иерусалиме появилась, то это на самом деле не было чем-то, что они такие вот секта вдруг новая появилась, у них там все хорошо, радостные они такие, да, а народ, он там не понимает, что происходит. И народ был как бы вот в любви, они любили как бы этих людей и принимали, понимаете. Вот и нам надо, чтобы вот христианство, которым мы живем, оно тоже вышло вот из этого подполья для того, чтобы действительно явить Богу вот, ну, вот это взаимодействие, и многим людям будет хотеться в этом жить, хотеться с этим взаимодействовать. Аминь.